Прокурор Тверской области и региональный бизнес-омбудсмен провели прием предпринимателей. В ходе разговора речь шла о тех или иных проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены. Приемы предпринимателей органы прокуратуры проводят регулярно. Тем не менее, остроты разговора это не снизило. Бизнесмены затронули целый ряд проблем, которые им мешают в работе. Начиная от сферы жилищно-коммунального хозяйства, когда юридические лица и их представители ставят вопросы о взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. Отдельный блок вопросов, который касался пассажирских перевозок на территории города Твери. Отдельным блоком стали проблемы, возникающие у бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, с большими трудностями столкнулись аптеки. Нередко оптовики просто отказывают им в отгрузке медицинских масок или медпрепаратов. Это грозит фармацевтам серьезными последствиями. Они автоматически становятся нарушителями законодательства, и там очень большие штрафы. Вот аптеки здесь не виноваты, но ответственность на них. Вот нужно будет доказывать свою невиновность, если вам оптовик или дистрибьютор не продал маску там или парацетамол и так далее. Это очень такие странные вопросы, мне кажется, пробелы в законодательстве, и нужно тут перегибов избегать. По результатам общения прокуратура проведет проверки фактов обращений предпринимателей. Какие-то вопросы потребуют даже корректировки регионального законодательства, благодаря чему условия ведения бизнеса в Тверской области должны стать лучше.